Повторяю вам, дорогие граждане, что никакой свадьбы не зачнется, пока не прибудут приглашенные нами инструктор физкультуры и стихотворец с районного масштаба. Дорогие граждане, со всей своей убедительностью заявляю, данная свадьба есть культурная революция в мировом масштабе. Ура! Красным молодым! Дорогие граждане и хуторяне! Дорогие граждане! Советская власть дала абсолютную свободу вероисповедания и свободу любви по выбору данным полом. И вот вы видите первую рабоче-крестьянскую красную свадьбу. Вот перед вами стоит жених, сознательно отказавшийся от всяких темных обрядов и заменивший таковые на подобные современные торжества. А вот невеста. Означенная невеста. Крестьянская рабочая красная невеста. Никаких венцов, никаких бескультурии вредных гулянок и не чертовы тебе, бабушки. Ваша очередь выступать, товарищ Чаканов. Не буду. Как не буду? Так не буду. Невеста-то выпрыгла! Не согласна, не пойдет. Клинок. После такой свадьбы любая девка головой завернет. Нельзя срывать подобные мероприятия. Ни за что не буду. Я сейчас уйду отсюда. Так тебе и нужно, дура! Спарили хрен с редькой. Нашла жениха. Ты нам покажет. Он тебе концы-то найдет. А ты не цикай. Какая же это свадьба? Ты же говоришь, красная. Красная, ну. Кулацкая. Долой! 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 Как кулацкая? Как долой? Булгачили народ. Пропади вы пропадом. Попошли собрали, а смотреть нечего. Долой! Кулацкая свадьба. Почему ушла? Венок. Венок. Одним словом, раздевайся. Раздевайся. Ты знаешь, я не девушка. А, шлюха. Проститутка.